В Магадане прошла городская научная конференция учащихся. Традиционно она проходит каждый год. Конференция же была приурочена с учетом текущего года, да, год культурному наследию народов Российской Федерации. Поэтому, в общем-то, секция истории обществознания, там, конечно, были работы, которые были больше в этой направленности. Секция, которая была связана с точными науками, там, конечно, привязки к текущему году не было, но ежегодно, да, мы можем отмечать, что там есть попытка учащихся их руководителей, ну, не создать что-то новое, но, наверное, привнести для себя что-то новое, для собственного развития. Для ребят, которые участвуют в данной конференции, это дает в дальнейшем возможность развивать в себе умение работать с литературой, умение анализировать и правильно доносить информацию.